Всем привет! В этом видео вы узнаете об официальном анонсе коллаборации Геншина с Додо Пиццей, точные даты проведения и награды коллаборации в целом. Всем приятного просмотра! Сегодня наконец появились официальные новости о дате и содержимом коллаборации Геншина с Додо Пиццей. Как и обещали, коллаб стартует в середине месяца, а именно 17 сентября. Дата окончания пока неизвестна. Видимо, будут смотреть по спросу и организации. Коллаборация пройдет по всей России, Белоруссии и Казахстану, как и обещали. Кстати, у меня в Телеграме есть 15 актуальных промокодов для вас, а ссылочка в описании. И на этот раз мерч можно будет получить не только в крупных городах, но и вообще во всех. По крайней мере, в официальном посте сказано, что мерч будет абсолютно во всех Додо пиццериях. Чтобы сделать заказ, вам не нужно стоять в очереди. Это можно сделать в онлайн режиме и получить все награды. Так что толкучки в Додо больше быть не должно. Заказывать нужно обязательно позиции, показанные на картинке. А за первые два набора вы гарантированно получите промокод на эксклюзивные крылья. Все подробности коллаборации есть у меня в Телеграме. Так что скорее заходите и читайте. Ссылочка в описании. Также из мерча за более дорогой набор можно получить акриловый стенд с Тигнари, крылья и всякие плюшки в игре. А за более дешевый набор выдают брелок, крылья и другие мелочные внутриигровые награды. За набор с напитком выдают только брелки, крылья не дадут, так что он вас, наверное, не заинтересует. Один промокод на крылья действует только на одного человека, так что имейте это в виду. А срок действия промокодов закончится 31 декабря. Напишите в комментариях, будете ли вы делать заказ в Додо, чтобы получить крылышки. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!